Всем привет, с вами снова Кокос. Новая цель — голубь. И мы продолжаем ходить. Не улетай, пожалуйста! Человек-паук, гоняющийся за голубями. Удрал. Удрал? Я удрал, да? Окей. Бегают тут всякие. Так. О, обалдеть. Далеко убежал. Так, я знаю, как попасть в офис Нормана. Прежде чем идти туда, нужно отключить охранные системы. Но если меня заметят, они все перекроют. Угу. Думаю, я смогу взломать защитные модули, находясь снаружи. Это сетевые кабели. Надо проследовать за ними к защитному модулю. А, защитный модуль. Кажется, в здании их 4 штуки. Так-то лучше. Что за счет? Группа охраны, ответьте. Команда Соболь-Альфа ждет приказа. Похоже, перебои с электричеством. Понял. Следите за внешним периметром, пока мы ищем причину неполадок. А я-то думал, будет легко. Всем группам Соболя. Похоже, у нас сбой в программе. Вызываем специалиста. Вас понял. Продолжаю обход по внешнему. Там второй модуль. Что? Всем агентам. Кто-то берет под контроль наши системы. Запускаю протокол Дельта. Черт, в наши дни дроны есть у всех. Группы Соболя, доложите обстановку. Внешний периметр, все чисто. Вы все еще считаете, что это программная проблема? Мы оцениваем ситуацию. Сохраняйте текущий уровень тревоги. Так, еще два модуля. Всем группам Соболя, есть небольшая вероятность, что к нам проник нарушитель.
Мы анализируем данные. Будьте начеку. Вас понял, контроль. Вот он. Проклятие. Еще одна подсистема отключилась. Проверить внешний периметр 85-го. Вас понял. Птичка на подлете. Вперед. Привет, МДжей. Я тут занят. Слушай, я, кажется, знаю, где Чарльз Стэндиш. Думаю, я смогу его разговорить, если доберусь до него. Он знает о докторе Дилане и, вероятно, о Моргане Майклзе тоже. Хорошо, только не делай глупостей. Кстати, о глупостях. Надо найти последний модуль. Вот и последний. Все. Теперь можно заглянуть в офис Нормана. Надеюсь, я узнаю о Майклзе и дыхании дьявола. Внешний периметр чисто. Перейдем к режиму блокировки? Не сейчас. У мистера Осборна важный разговор по телефону. Продолжайте наблюдение. Там должен быть кто-то. Тут ничего, только мы, пауки. Как хорошо, что у него важный разговор. Переключусь на защищенную линию. Я на шаг впереди тебя, Уилсон. Мои люди проверили все твои файлы. Если ты попытаешься раскрыть детали той сделки, это будет твое слово против моего. А за решеткой не я. Минутку. Норман говорит с Уилсоном Фиском? Статуя Нио? Ты вообще о чем? Статуя Нио с аукциона. Вероятно, они говорят о папке, найденной МДжей. У кого папка? Папка у меня. Джекпот. Чё, серьезно? Я у Нормана в кабинете и ничего не могу взять? Ну и ладно. GR-27. Научный руководитель доктор Морган Майклс. А вот адрес лаборатории убран. Структуры ДНК с искусственным интеллектом? Если это работает, это же лекарство от любых генетических болезней. Муковисцидоз, хорея Хантингтона. С ума сойти! Жуть. О! GR-27 — это дыхание дьявола. Создавалось как лекарство, но в нынешнем виде больше похоже на оружие. Единственный образец Майклс всегда держит при себе, потому Ли и хочет до него добраться. Где Майклс, там и дыхание дьявола. Все, я туда свалил. Походу, да. Алло. Кто-нибудь? Привет, о. Пит. Как дела? МДжей. Дыхание дьявола не оружие. Оно создавалось как лекарство от генетических заболеваний, но в нынешнем... виде. Оно настолько сырое, что убивает тело, пытаясь его вылечить. Надо найти доктора Майклза. Нельзя доверить Соболю такую опасную субстанцию. Возможно, я нашла зацепку. Чарльза Стэндиша держит на базе Соболя в Центральном парке. Если кто не знает, где находится Майклз, то это финдиректор Аскорб. Я пытаюсь добраться до него. Добраться? Там же полно охраны! Как ты собираешься добраться до него? Очень-очень тихо. Мне пора, партнер. Проникнуть в логово Соболя. Это может кончиться плохо. Мне нужно в Центральный парк. Соболь, контроль. Доложите обстановку в Северном Мидтауне.
Похоже, это Док. Питер, у меня было озарение. Все дело в разуме. Взять хотя бы меня. Ум с неограниченным потенциалом в плену старого изношенного тела. Подумай, чего может достичь этот ум, если освободить его? Разрабатывая наш нейроинтерфейс, мы должны думать шире. Мало просто заменить изношенные части наших тел. Мы должны думать о новых возможностях проникнуть в разум. Фига себе, его там понесло. Никогда не слышал от Дока таких эмоций. Надеюсь, он не слишком увлекся. Всем постам! Террористы в масках заложили бомбу. Всем машинам следуйте в театральный квартал. Человек-паук, слава богу. У демонов взрывчатка по всему зданию, но нам не подобраться. Скажите, куда, офицер? Я помогу. Мы обнаружили основное устройство. Если обезвредишь его, получишь ключ-активатор. С ним ты сможешь найти и отключить вторичное устройство. Понял. Оставайтесь на местах. Сообщу, как закончу. Преступление за 3 минуты? Здание сбросить. Эй, а эта штука радио ловит? Демоны кончились. Теперь бомба. Ну вот. Не сумел я треки сбросить. Не думая о взрывчатке, к которой ведут провода. Черт, тут есть предохранитель. Остальные бомбы запустились. Скорее, пока не рвануло. Всегда пожалуйста, офицер. Всегда.
Потап, произошел захват заложников. Выдвигайтесь к музейной миле. Наши цели — спокойствие и равновесие. Человек-паук, выруби их! Так, стоп. Надо... Шум их нокаута? Смотри, что могу делать, разве что. Так. Сильный стоит с мечом и меня сбивает все касты. Касты Человека-паука. Друзьям, есть тонкая грань между сторонниками теории заговора и экспертами-аналитиками. Я перешел эту грань. И я уверен, что все эти атаки демонов на Скорб и Нормана Осборна связаны между собой. Мотивы? Сумасшедшим не нужны мотивы. Но я подозреваю, что они не случайно напали и на столб нашего делового сообщества, и на главу городского правительства. Сама суть... Куда я там влетел? МДЖ. Черт. Плохо дело? Добраться? Там же полно охраны. Как ты собираешься добраться до него? Очень-очень тихо. Мне пора, партнер. Стэндиш где-то там. Надо пройти мимо охраны. Пора испытать приманки Пита. А сколько у меня их? Та дырка в заборе выглядит многообещающе. Надо только отвлечь охрану. Прочь дороги, дружок. Что это? Надо уходить. И быстро. Пойду проверю гостя. Жди здесь. Понял? Гость. Видимо, это Стэндиш. Он где-то здесь. Надо отвлечь его от лестницы. Хороший ход. А что, не бросил, что ли? Что за... Трилин-пам-пам-пам. Что это? Демоны убивают всех, кто связан с дыханием дьявола. Стэндишу грозит опасность. Поймала. Надо идти. Так это... Стэндиш. Не я Стэндиш, так и знала. Нас, ну, чем... Надо попасть в эту палатку. Пистолетом угрожать.
Как обстановка? Конвой будет готов? Все в порядке. По команде босса мы приведем... Заводи машину. Надо было быть в городе полчаса назад. Понял. Выезжаем. Вперед, вперед! Да бегу я, бегу. Чарли готовы сопровождать доктора Майклза. Пошли еще две. У него единственный образец дыхания дьявола. Я не хочу отвечать за эпидемию. Так точно, мэм. Неважно, сколько людей у Соболь. Она не сможет остановить Мартина Ли. Чарли готовы сопровождать доктора Майклза. Пошли еще две. У него единственный образец дыхания дьявола. Я не хочу отвечать за эпидемию. Так точно, мэм. Неважно, сколько людей у Соболь. Она не сможет остановить Мартина Ли. Кажется важным. Классно. Надо двигаться. Да я двигаюсь. Убежище. Если доктор Майклс в одном из них, Стэндиш может знать в котором. Вот палатка Стэндиша. Не верю, что Майклс просто носит с собой дыхание дьявола. Осборн больше никому не доверяет его хранение. Как бы его самомнение его не наказало. Или нас. Что не так с этим светом? Давайте шустрее. Двигайся. О, опасно. Угу. Ну, давай. Надо было с той стороны как раз идти. Что-то я перемудрил. Вот палатка Стэндиша. Не верю, что Майклс просто носит с собой дыхание дьявола. Осборн больше никому не доверяет его хранение. Как бы его самомнение... Опять? Да что не так с этим светом? Контроль, доклад, без происшествий. Двигайся. Фуф. Опасно. Машина не падает.
крутяк. Так, и что мне теперь делать? Ну, давай. Можно попробовать этого сюда тогда отослать. Вот палатка Стэндиша. Не верю, что Майклс просто носит с собой дыхание дьявола. Осборн больше никому не доверяет. Опять? Да что не так с этим светом? Двигайся. Опасно. Не говори. Ну, давай. Чарльз Стэндиш? Мать моя! Чарльз, где доктор Морган Майклс? Вас прислал Ли. Так ведь? Нет. Он хочет меня убить? Скажите, чтобы он сделал это сам. Я не работаю ни на демонов, ни на Соболя. Я журналист. И я хочу остановить Ли. Как и вы. Уотсон, я читал ваши статьи. Соболь не послушает. Она отправила Майклза в Бауэри. Завтра в полдень его перевозят в новое укрытие. Но она забыла про центральный вокзал. Центральный вокзал? Демоны говорили об этом, когда захватили меня. Они пойдут туда, чтобы... Чтобы что? Что им нужно на центральном вокзале? Это же... Что за... Чарльз! О, это не человек, Соболь. Определенно не человек, Соболь. Прости, Чарли. Ладно, погоди. Пора идти. Он что-то знает. О, а так от стены сразу несколько врагов наносит, да? Залп. Это был один из самых неуклюжих прыжков в моей жизни. МДЖ недовольна. Три очка лавок. Да, ладно. И еще. Прости. Что за новый гаджет? Тесла-сетка. Матрица. Ха, прикол. Чарли, сбиваешь человека с ног, пускаешь мое расследование под откос, и все, что ты говоришь, это прости, Чарли? Это у тебя шутки такие?
Что? МЖ? Нет, я облажался. Хотел разрядить обстановку. Разрядить обстановку? Ты понимаешь, что именно из-за этого мы расстались? Я думал, ты хотела сосредоточиться на карьере. Мы расстались, потому что ты обращался со мной как с ребенком. Не делай то, МДЖ, не делай это, МДЖ. Это слишком опасно, МДЖ. У меня нет паучьих суперспособностей, но я не хрустальная. Ты пробралась в середину вооруженной баз... Может, не будем сейчас об этом? Ладно? Узнала что-нибудь о докторе Майклзе? Хорошо. Майклз где-то в Бауэре. Соболь будет перевозить его завтра в полдень. Круто. Что-то еще? Кажется, перед моим появлением он говорил о центральном вокзале. Он... Нет, ничего такого. Послушай, мне надо идти. Материал горит. Питер. Значит, она все еще злится. Питер. Молодец, мистер супергерой. Да, молодец. Черт, я закипаю. Надо выпустить пар на патруле. Так, понятно. Ладно, тогда давайте на этом мы серию заканчиваем. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Как дела на Union Square? До новых встреч, новых видео. Пока-пока.